То есть у нас как лохов грабят, а мы даже не пытаемся разобраться, как же это так нас лохотронят. А в концепции общественной безопасности мы говорим, вот вам всем. Теперь у нас есть своя концепция. Не надо только, чтобы она владевала умами людей. Мы подчиняли вот нашим идеалам. И потом это же доказательно. Вы посмотрите, что здесь недоказательно. Вот. Все доказательно. Сколько в Швейцарии ветряных мельниц? И сколько у нас Саяно-Шушенских ГЭС, атомных электростанций и так далее.